Мы еще приехали в магазин Чарахи. Короче, у нас сегодня. Вот все, что я люблю. Сейчас пойду в Владикавказские пироги. Без них никуда. У нас сегодня день покупок. Какие-то новые разноцветные куртки. В общем, потихоньку затариваемся. Здесь у нас сладости, а что брать, не видимо, расширяются или что-то такое. Хлеба я сегодня много набрала. А, вот мясной хотела взять. Красивые кусочки мяса. Ну, не знаю, какие-то у них тут расширения, какие-то ремонты. А лук, картошка, ох, сейчас. Путешествие продолжается. Куда уже расширяться? Сладости уже купили много, поэтому конфетки не покупаю. Чаранхи, ремонт и расширение. В другой раз приеду, нормально поснимаю. Сегодня мы втроем. Купили только, загрузили две тачки только. Сегодня день покупок, в общем, походов по разным магазинам. Сколько успею, поснимаю для вас. Это наш большой магазин, склад Чаранхи. Что ни говори, куда бы мы ни пошли, все равно возвращаемся сюда. Здесь нам привычный и ассортимент большой. Конечно, он не оптовый, но есть здесь любители кофе,
Я его пью раз в год. И потом все равно запиваю чаем и водой. Стыдно признаться, люблю чай Нури без всяких запахов и без всяких прибамбасов. А маме покупаю разные. Красивые сердечки. Это тоже чай. Надо, заказывайте. Вышлю по почте. Хотя никогда ничего по почте не высылала. Вечером будет большой ролик. Здесь тоже поснимаю. Субтитры сделал DimaTorzok.